Если вы ищете единение с природой, то этот отель для вас. Вараны, мартышки, туканы, цапли, пауки. Скайбридж пешей доступности. На территории тихо, если не считать пение цикад. Биржая Ланкави Beach and Spa Resort является отличным выбором для проведения спокойного и незабываемого райского отдыха, дополненного природной красотой нетронутого острова. Биржая Ланкави Beach and Spa Resort расположен около прекрасного залива Бурал в самом центре знаменитого малазийского острова легенд, не более чем в 15 минутах езды от аэропорта. Отель выдержан в стиле малайской деревни и является собой комплекс бунгало и шале, вписанных в природный ландшафт. Отель окружен красивым тропическим садом, располагающим к пешим прогулкам, а возвышающиеся неподалеку горы обеспечивают гостей целебным воздухом и неповторимым пейзажем. Вот такая гостья под лежаками ходит и тырит все подряд, что под руку не попадется. Тырин, тырин, тырин. Залезла в мусорку. Вот давай себе там наяривать. Все огрызаться начало. Отель Биржая Ланкави расположен в бухте Бурау, штате Кидахи. К услугам гостей этого элегантного курортного отеля открытый бассейн, 5 кафе, ресторанов и бесплатная парковка. Кстати, вся Малайзия – безопасная страна, Ланкави тоже. И одиноким девушкам, и детям отдых здесь ничего, кроме удовольствия, не принесет. Неглубокое и спокойное море Ланкави чрезвычайно удобно для детского купания. Некоторые нарекания вызывают прозрачность моря. Конечно, вода не кристальная. Удовольствие от снорклинга вряд ли доставит, но вблизи столько островов, где в прозрачности не подкопаться, и которые выбирают дайверы для погружений. В округе присутствуют прекрасные пляжи, широкие, уединенные, тусовочные, даже с лечебным песком, разнообразнейшие парки, морские с красивыми рыбами, горные с водопадами, канатной дорогой и источниками. Отель состоит из отдельных деревянных домиков на сваях в традиционном малайском стиле, каждый из которых является номером. Домики стоят в реликтовом дождевом лесу, где между гигантскими деревьями проложены дорожки. По этим дорожкам можно гулять часами, разыскивая обитающую тут живность или рассматривая растения. Территория отеля огромна. Ой, какая бабочка, смотри. Бонсай. Такую обезьянку встретила по дороге. Это лангуры. Такой милый, симпатичный. Сидит себе на дороге.
Оп, советский цирк. Тара-та-та-тара-тара. А вот это макак спускается на ветке. Оба, этот самый милый. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всего вам доброго, до новых встреч!